У нас собрался стол на Берлин. Один раунд, 4 сдачи. Так, все мои противники, в общем-то, неплохие. Коричневый пояс, черная полоса 1, коричневый пояс, черная полоса 2. И зеленый пояс, 2 коричневых полоски, почти как у меня. Так, что тут интересного? Смотрите-ка, можно собрать смешанный ряд. 1, 2, 3 символа, 4, 5, 6 бамбуков, 7, 8, 9 точек. Давайте я вот так для начала выкину. Может быть, получится все типы. Но, если собирать все типы, то, естественно, все типы должны быть первичным фаном. То есть, вы идете прежде всего на все типы, и потом, если получается, идете на смешанный ряд. Ну, потому что это проще. Вот, например, я могу пару оставить двоек. Ничего страшного, что у меня чужой ветер. Это нормально, так постоянно и бывает на самом деле. Я просто дождусь какую-нибудь пару. Это будет либо дополнение к моему смешанному ряду. А, похоже на дополнение, кстати. Смотрите, я беру 4, 5, 6 бамбуков, 1, 2, 3 символа, 7, 8, 9 точек. 8 очков. 9 очко за панк простых ветров, и все. И 10 очко за цветочек. То есть я могу, в принципе, прокидывать красного, если только красный мне не зайдет сам. При этом смотрите-ка, игрок справа собирает, похоже, бамбуки. Да, она такие хорошие кости выкидывает в символах, в точках. А Нера не выкидывает. А может быть, там у нее как раз мой красный застрял. Почему, собственно, нет? Тройка. Возьмет тройку, нет? Если бамбуки собирает. Угу. Прям целый панк. Может, там четверка моя, кстати, бамбуков. Может, она ее заберет. На панк. Если заберет, тогда это будет уже проблематично. Так, я тут пытаюсь как-то все-таки немножко... Ага. Побыстрее говорить. И, может быть, поэмоциональней. Знаете, все-таки как-то эмоции в игру добавить. Потому что это игра, это эмоции. Мы, собственно, ради эмоций как-то сюда и влезаем. Даже комментаторы спортивные стараются как-то с эмоцией все подавать. Болеть там за кого-то. За своих там. Или за кого-то еще, если там своих нету. Ну, понятно, да, как обычно. Так что, ну, наверное, что-нибудь такое. Сейчас попробую. Громко орать не буду, чтоб никого не пугать. Ну, так, интересно. Значит, игрок напротив не открывается. Игрок слева не открывается. Ну, слева, в общем-то, не на что открываться, видимо. Да, игрок напротив прокидывает кучу анеров. То есть, похоже, там просто плохие руки сейчас. У игрока напротив и у игрока слева откровенно плохие руки. Раз они до сих пор так все выкидывают. Игрок слева, кстати говоря, может собирать точки. Может быть, там не очень плохая рука. Смотрите, он, да, прокинул много всего, кроме точек. И зеленый, понятно, не нужен. Игрок напротив, наконец, решил что-то открыть. Так, хорошо, что у меня точки, кстати говоря, собраны. Мне в точках ничего больше не нужно. Мне нужна тройка символов и четверка бамбуков. И все. Другое мне ничего не нужно. У меня тут мизеров не получается. Даже на последней кости. Ну, допустим, у меня будет, да? На тройке символов. Последняя тройка символов. Ожидание в край. Нет, конечно же. Ну, вот так давайте посмотрим. Восьмерку не берет игрок справа. А что мне там может быть, кстати? Вот давайте посмотрим. Методом исключения просто. Востоке 2 вышло. 3 вышло востока. Все, востоков нет. Остальные ветры могут быть. Драконы. Ну, из драконов разве что белый. Ну, как хорошо я беру, смотрите. Отлично. Белый вот у нее сидит. И она... 3, 4, 5. Она на предпросящей. На тройку оставила последнюю. Видите, на чоу. Она хотела что-нибудь, наверное, 2, 3, 4 с меня, если получится взять. Или 3, 4, 5, если бы я сбросил что-то в бамбуках. Но я больше ей не сбрасывал бамбуки, тройку дал.
И хватит. Значит, что у нас тут все катится быстро. Быстро все катится. Давайте выкинем лишние нера. Здесь как-то посложнее уже рука, кстати. Здесь что-то уже такое специфическое. Можно попробовать смешанное смещенное чоу или смешанное тройное чоу. 1, 2, 3, если смешанное тройное, да? Если к единичке бамбуков приходит что-нибудь. Или смешанные смещенные. 1, 2, 3 точек, 2, 3, 4 симов, 3, 4, 5 бамбуков. Это, значит, на этот случай я держу пятерку бамбуков на руке. Какие тут еще могут быть планы? В общем-то, больше ничего. Это из того, что наиболее близко, да, вот такие смешанные, смещенные чего. Если что-нибудь сейчас приходит интересное, я, конечно же, подумаю. Восьмерка не нужна. Но как будто у кого-то пара восьмерок есть, да, вот такое. Такое четкое ощущение сложилось. Давайте я выкину эту девятку, не нужна. В принципе, единичка символов – это, конечно же, голос в пользу смешанного тройного чоу, извините, смешанного тройного. И еще голос в пользу нижних. У меня же могут собраться, по идее, нижние. Но, в принципе, я все еще жду что-нибудь бамбука. В конце концов, можно из... Нет, не беру. Из любого из этого... А давайте выкинем. Сделать... Сейчас, что я хотел сказать. Сделать-то мизер понятно, да. Так, 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 так. Девятка символов. Восьмерка символов. Игрок слева, похоже, собирает символы. Смотрите, да? Ну, давайте так. Значит, символа я с нее не жду. Да, это же девочка у нас из Бельгии. Да, это Бельгия у нас. А, как это же называется у нее? Гильдии. Смотрите, вон у нее слева значок гильдии. Как это они называются? Бельонг они называются, по-моему. Бельгийский маджонг. Ну, майонг по их, на их языке. На французском. А, на французском, по-моему, мажон как-то так вот у них. Так, что я хочу выкинуть? Давайте я вот так выкину. У них как-то там хитро называется. Так, я насчет нижних еще не теряю, кстати говоря, надежды на нижние. В принципе, единичку можно выкинуть. На самом деле, может быть, я зря выкинул пятерку, заговорился. Пятерка хорошая, может быть, на четвертый сет. Учитывая то, что мне семерка может только со стены прийти, игрок слева вряд ли мне кинет семерку символов. Но вопрос интересный. Так, игрок напротив собирает смешанные, смещенные. Ай-яй-яй. Тройка точек может быть опасная. Так, игрок справа собирает, похоже, верхние. А может быть, смешанное тройное. Просто если верхний собирает, тогда вряд ли бы она скинула так рано шестерку символов. И вторую тоже, да. Это все-таки хорошие кости. Так, 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 так. Семерку она берет? Не берет. Отлично. Давайте я вот так пока выкину. Значит, у меня есть глазки. Это очень важно. Единичка. Она же сбрасывала ее. Ну, да, понятно, что бывают такие интересные заходы, когда у вас сначала вроде не нужна кость, а потом раз-раз и нужна. Что-то пришло со стены и уже вот нужное. Давайте вот так я сделаю. Это безопасней, чем шестерка. Хотя, в принципе, шестерка последняя. Шестерка последняя, шестерка последняя, шестерка. Ну, наверное, может идти налево все-таки. Восьмерка.
Ну, давайте вот так я выкину пока. Так, тройка точек еще не выходила, кстати. Я могу взять панк троек точек или панк восьмерок символов и выйти на просящую. Вот это уже легче, потому что панк я могу взять с любого игрока. Я не завишу от игроков. Игрока слева. Так, вот это может быть смешанный ряд, да? Да, это смешанный ряд. Игрок напротив уже была готова. А, у него чистый и смещенный. Да вон, пальчик. Игрок напротив был готов на чистый и смещенный чоу. Хорошо. Я набросил на мелкую руку. Недорогую. Игрок слева не посмотрел, что собирал, но можете сами пересмотреть. На паузу поставить и посмотреть. Я просто не перезаписываю никакие ролики. Не переозвучиваю, скажем так, потому что просто времени не хватает на все это. Так, интересно. По идее, можно подумать насчет чистых смещенных чоу в бамбуках. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Но это достаточно отдаленный план. Тут все планы на самом деле отдаленные. Я сейчас выкидываю анира. Ну вот шестерка приходит. Ну, кстати говоря, шестерка может годиться и на смешанные и смещенные. Видите, у меня же есть шестерка символов, восьмерка точек. Да, что-нибудь. 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9. Вот такие планы могут быть. То есть, скорее, мне не будут нужны единичка-тройка точек. Вот насчет них я сильно сомневаюсь. Хоть это и форма какая-то, да? С ожиданием серединку. Но на самом деле что-то они мне не очень нравятся. С другой стороны, давайте подумаем насчет них. Если я беру двойку точек, например, со стены, я могу попробовать выстроиться на... Нет, давайте все-таки их выкинем. Мог подумать насчет смешанного ряда, но смешанный ряд далековато, потому что нет восьмерки и девятки бамбуков. А так у меня, видите, сложились два чоу. Единица мне не нужна. Даже если я беру сейчас двойку точек со стены, можно сделать 2, 3, 4. Если у меня закрытая рука, то можно сделать мизер. Закрытая рука, все чоу, все простые. Вот в таком виде можно сделать. И я не хочу открывать руку. Я что-нибудь еще подожду. Так, вопрос, к чему должно прийти сейчас у меня. К чему придет, вернее, должно-то не должно. Должно-то, конечно, к чему угодно, а вот реально к чему придет. Это отдельный вопрос. Но пока что со сноса я ничего не беру. Вот так все-таки. Да, ну давайте тогда тройку я выкину. Так, 6, 7, 8 может получиться в точках. 6, 7, 8. Другое дело, что... Сейчас, а что у меня получается со с чистыми смещенными чоу, если я буду делать не 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, а 3, 4, 5. Нет, мне сейчас лучше пойти на чистый ряд все-таки. Или на чистый ряд, или на чистые смещенные чоу. Но чистый ряд приоритетнее, потому что там нужно... нужны кости, которые еще не вышли. У меня сейчас просто вопрос, да? Смотрите, две тройки бамбуков уже на столе видны. Если я хочу сделать 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, мне нужна еще одна тройка, последняя, которая, да? Дождусь я или не дождусь, неизвестно. Если я хочу выстроить наверху 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, тогда мне нужна еще одна семерка бамбуков. На самом деле у меня сейчас, в принципе, неплохая ситуация с ожиданием в бамбуках. Какая-то приходит полезная кость. Вот я лучше на двойку встану бамбуков. Закрытая рука. Никто не знает, что я собираю. Ну, может догадаться, да?
что раз я бамбуки не выкидывал поначалу, то, может, у меня что-то в бамбуках собралось. Ну, вот я с нее беру. Да, с той, кому накинул, кстати, прошлую руку. А у нее там какие-то... Как будто смешанный ряд собирался. Ну, вот у меня чистый ряд собрался. Удачно я все правильно сделал. Да? То есть, смотрите, у меня был вариант или выкидывать единичку бамбуков и ждать семерку, или выкидывать пятерку и ждать двойку. Ну, вот я решил пойти на чистый ряд, потому что чистый ряд собирается быстрее и чаще. Не то, что быстрее, да, насчет быстрее. Это вот мы сейчас видели, что он быстро собрался. Он не всегда так быстро собирается, но... Важно, что он собирается чаще. Вот на это я сделал ставку и, как видите, не прогадал. Так, у меня три пары, и они все верхние. Ну, четыре верхних, я имею в виду. Давайте я белого выброшу. Переплетение, хотите сказать. 3-6, 1-4, 2. Нет, не серьезно. Три пары все-таки. Можно подумать насчет каких-то пар, насчет сбора. Пары пангов. У нас последняя сдача, кстати говоря, я лидирую. Давайте это выкину пока. Я лидирую. Все в минусе, у меня общий плюс. Ну, давайте попробуем. Значит, самый опасный для меня соперник справа. Соперница у нее там не такой уж и небольшой минус. Так. Ну, давайте я вот так выкину. Так, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8. Это если я хочу собрать чистый смещенный чел шагом 1. Вопрос, хочу ли я этого, непонятно. Может, у меня какой-то мизер соберется на закрытых пангах, кстати. Закрытая рука, все простые, два закрытых панга. И что-нибудь там еще придумать. Может быть, полностью закрытая рука получится. То есть, я сейчас склоняюсь к тому, чтобы сбросить терминальные кости. Если мне... Да, давайте я вот так сделаю. Если мне ничего такого не заходит, я лучше сброшу их. Но у меня сейчас панк и три пары. В принципе, можно открываться. Четверка точек одна выходила. Кто-нибудь может ее сбросить. Вот четверка символов приходит. А это голос в пользу чистых смещенных. Но у меня не получится, возможно, дождаться последнюю пятерку. Если я хочу сделать 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8. Да, две восьмерки вышли. И две пятерки вышли. Давайте на панге я пойду. Так, ну, пятерка не нужна тогда. Кстати, пятерка. Последняя кость, все простые. Если я беру шестерку бамбуков, это будет двойной панк. И я буду ждать последнюю пятерку. Интересный вопрос. Игрок слева, похоже, собирает верхние. Тройка выходила два раза, причем игрок справа ее сбрасывал уже. Так, мне бы сейчас шестерку бамбука взять. Хорошо бы со стены, но в принципе и со сноса тоже можно. Игрок справа. Так, это куда идет сейчас? Красный идет напротив, там, видимо, все типы. Интересный ход. Да, неплохо собирается игрок. Ну, давайте так. Это ее, нет? Может, там у нее полное изобилие как раз? Нет. Это игрок справа собирает панги. Но тройного панга у нее не будет, смотрите. Да, две двойки символов уже на столе. Третья двойка на столе никому не зашла. Кстати, третья двойка. Давайте я сейчас скину эту штуку. Я же могу ждать и последнюю двойку тоже. Так, пятерки вышли. Пятерку я уже не жду. Тройка, четверка. Тройка, четверка. Наверное, выкину четверку.
Так, четверка бамбуков. Давайте вот так все-таки выкину. Это безопасно. Я не хочу точки скидывать. Опасно точки кидать против игрока слева. Она может что-нибудь такое собрать там. Может, она как раз пятерку и ждет мою. Так, шестерки точек вышли. Все. Тройки точек вышли две штуки. Так, девятка должна быть безопасная. Так, если я беру панк, что я скидываю? Если я беру панк шестерок, например, я скидываю четверку бамбуков. Если я беру панк четверок точек, я опять же скидываю четверку бамбуков. Тройка символов нехоженая. Может быть, тройка символов нужна на панк игроку справа. Вопрос интересный. Семерка точек. Вторая безопасная получается. Хорошо. Четверка безопасная. Сейчас я сброшу. А я сброшу третью, не последнюю. Игрок напротив что-то собирает такое. Так, ей нуж... ему, извините, это мальчик. Ему, скорее всего, нужен красный. А, у него уже есть красный, что я говорю. А, да, у него красный есть. Ему нужен еще восток. Вот. Смотрите, востоки не выходили. А вот давайте мы подлянку такую сделаем. Ладно. Нет, так нет. Жалко. Ничего полезного не пришло, просто со стены. И считаю, я могу себе это позволить, потому что я на первом месте сейчас вот буду что-нибудь удумывать. А, зеленый. Ага, востоки у него там, да. Пол изобилия, внешняя рука. Неплохая, кстати, рука, смотрите-ка. Ветер место преимущественное. Да, восток ему дает 4 очка. Драконов. Ну, да, хорошо, собрался. Решил сделать ставку на последний последнего зеленого, извините. Игрок справа собирала просто панги. Вот я правильно и пятерку не кинул точек. Игрок слева собирала верхние. Восьмерку ждала. Две восьмерки были у игрока справа от меня. Ну вот, получается, что игрок напротив как раз сделал правильный выбор и победил. А я взял стол, потому что я набрал много очков. Две сдачи все-таки взял в этой игре из четырех. Всем спасибо.